Несколько недель назад в Анапе с рабочим визитом побывал депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Иван Демченко. В первую очередь он встретился с местными жителями и пообщался с активистами, представителями органов ТОС. По их словам, они тесно взаимодействуют с мэрией и советом, получая необходимую поддержку. Однако всегда есть дополнительные пожелания по благоустройству. Мелкие вопросы тосовцы вместе с жителями решают своими силами. А Иван Иванович пообещал оказать финансовую помощь. Сказано, сделано. В настоящий момент помощь очень актуальна, потому что город и микрорайон развивается, наш двор тоже расцветает, растет, как говорится, хочется благоустроить его. И я считаю, что это отличная помощь для нас, для наших жителей, особая благодарность. По 30 тысяч рублей получат все 163 органа ТОС муниципалитета. Сегодня началась выдача средств. Эти деньги активисты могут потратить на благоустройство микрорайонов. Что именно будет закуплено, решат вместе с местными жителями. Вот я, например, хочу сделать контейнерную площадку. Но мы сейчас соберемся, обсудим, что у нас более такой, в первую очередь надо сделать. Но контейнерной площадки не хватает. Помощь очень необходима. Большое спасибо Ивану Ивановичу, потому что вот такие бывают, что не очень большие суммы нужны, допустим, для покупки инвентаря на субботники. Мы их проводим регулярно. Очень сейчас стараемся обустраивать палисадники, поливать, шланги хотим купить. Вот у меня 4 дома в ТОСе. Вот сегодня я соберу совет ТОСа, определимся с членами совета, что будем покупать. Но вот предварительный инвентарь, шланги, всякие секаторы, лопаты, вот такой вот краску, чтобы перекрасить все заново. Мы весной в субботник перекрашивали, вот в зиму еще перекрасим. То есть мы очень рады, очень признательны. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа регион.